Вот он может. Не пугайтесь. Здравствуйте, здравствуйте, парец. Пойдем, Арам, поехали. В магазин на мотоцикле съездим. С ним. С ним за птичками бегает. Такой коняра. Я говорю, так прикольно. Вот его фотка, смотри. За ласточками бегает. Слушайте, ну он грация, просто красавец, я отвечаю. Такого пита бы увидел бы, сказал бы, сколько я готов его. Отвечаю, я бы сказал, я покупаю сколько, если бы деньги у меня были, я бы сказал. Ух, молния была сейчас. Араб, это те не мячи. Тренировка с ласточками. Поедем, Араб? Поехали, быстро прогуляешься. Социализация тебе нужна. Чем больше он гуляет, видит людей, чужих собак, тем он увереннее будет. Он за ласточками бегает. Ой, сейчас дождь начнется. Надо бегит, бегит. Вот он реально красивый. Дайте мне сигарет, да? И сразу переводить, да? Снежана в шоке, как это так долго? Говорит, такие долги. Араб, это кто? Араб. Это араб? Да. Он такой здоровый. Араб, я здесь. Он такой здоровый.
Или будем, знаешь, как на тысячу можно будет тренировать. Чича-мича. Так. Так. А куда ты поссал? Домой. Так что, ребят, надеюсь, это вырежу, что я ходил за мной. Ара, ну тише, тише, давай. Ребенок. Сейчас перейдем. Так. Шикарный, говорят, ара. Понятно, делается, что шикарно. Ого, у араба проблемы. Вот его укуснуть так хотел. Сейчас в телегу сразу, ребят, сразу в телегу. Так. Опять сейчас в лес, как с хлебом, да? О, в рукав, смотрите. Придумал вариант. Ой, что делать? Мощь, это сила. А, это наши подписчики, что ли, Садлера, да? Я только вас узнал. Так, ладно. Как раз вот увидели, да? Так, все, поехали. Ладно, приезжайте еще в гости. Араб. Как на улице двигаться надо.
Русь, я говорю. Как-то так. Это араб нужно, ребят. Чтобы вы понимали, вот эти вот стычки, в смысле его кусают, в смысле контакт вступает, начинает думать, где защититься, где лохом не быть. Ну, это лучше, чем он будет всю жизнь не знать, как себя вести с чужими собаками. Ну пусть, это не страшно, это даже полезно. Они же его ничего не сделали. Нельзя. Бонита! Араб, пойду. Араб. Кими! Так. Ух, молния была. На молнию не видно на GoPro, потому что слишком светло, она просто. Так! Опа, залетай. Мало, все. Да, все. Тише. Кими думает, что они летят. У меня бицуха. Ай, да тихо. У меня теперь бицуха конкретно. Так, ну что, закрываем. Так. Ну все, мы так вот побегали. Опасно было Бониту оставлять с Кими. Но, ёпа, до драки, не, они друг друга не уважают, потому что возраст один. Бонита, сегодня ты со всеми гуляешь. Нельзя, ты чё? А я говорил, чё бы снять, кажется, у нас есть чё снять. Кажется, у нас всегда есть что снять. Даже вот такие вот разминочки проглотить, их много. Я бы вот с каждым сейчас бы поехал. Я бы с каждым сейчас поехал бы в этот магазин опять. С каждым. Ну, с кем-то на поводке, знаете, им по кайфу все равно. Не, мои что. Лучше быть, заходите, будьте у себя дома, как у себя дома. Так, ты грязная где была, откуда пришла? Классно, да, когда их много, это весело, как раньше, сразу дружные видео такие, смысле, лезут. Еще говорю полгода, тише, Бонита. Вот, шелопотик. Смотрите, она же там мощная. Вот, она как мусор ростом. Охренеть. Да, плюс-минус как мусор. Кобелек широкий. Ну, башковитая она писец какая. Так и задраться надо с него. Слушай, Бонита! Не заряжай, Бонита! Не заряжайся, выпить буду. Вот так промолчишь, она, видите, уже в раж ходит, в азарт. Просто у меня опыта много. Они вот так вот, потом рык, и потом уже все, до той кондиции, что шарикой за руки уже по барабану. Взрослая, маленькая, они уже видят соперника перед собой.
читаю комментарий. Какая же, говорю, пара, они классные, они так похожи, пипец, как будто муж и жена. Да, Киар? Не знаю, вот они так стоят, как будто вот пара. Электрика. Надо спуститься до волков, а то они там скулёвыш подняли. Ну, подскуливают, типа. Сейчас. Мы со Спайком решили покормить. Молчат. Ну. Нельзя. Я тут водички налью. Давайте кушать. Давайте кушать сегодня по-светлому еще. Вот так вот мы и кушаем. И почти ведро полное. Причем ведро большое, не маленькое. Ну тут запасы мне всегда дают. На ковша два больше даю на всякий случай. А я, говорит, не знаю. И этим столками сюда. Смотрите, как они кушать хотят. Они так любят вот эту еду. В смысле, вот этот корм. Соленина или как. Вот черпак один дает. Верно. Что-то мягочки надо дать. Не могу я. Чуть-чуть больше. Я буду экономить на всех собаках. В плане еды ни в коем случае. Спайку уже дал таблетки. Да. И для шерсти дал. И я покиял сразу. Спайку чуть больше. Киара там уже в том вольере, пусть будет, потому что рожать она будет в том вольере, так как там будка широкая, прохладная. Вот как араб себя ведет, когда он кушает. Вообще. Сначала арабы, потом гири идет сюда, гинки дают, еще кем араб больше всех, еще половину ковша, так как он крупный, энергичный, больше всех. Сейчас уже покажу, всем дадим. Обычно вечером ничего не снимешь, руки заняты, чисто так, по бырику. Может. Колобок грозы нет, можешь выходить. Вот. Надо здесь. Там будки ничего не завалялось. Нет. Надо. Вы видите, как они кушают прекрасно этот корм, прям все с кайфом большим. Вкус новый вкус. Ну, хоть сам ешь, да? Реклама, да? Так, миски у нас там есть. Ще. Волчар. Поска. Надо тут убрать. Ца. Да, Машка, сейчас. Всем дали, чуть осталось.
Ты поел уже, молодец. Все, отдыхайте. Киару отсажу, а то они с мусором цепляются. Идите. За будку цепляются. О, драка какая-то была. Пересаживаем. Хорошо, я покормил собак по-светлому. Офигеть. Банитка, иди в будку. Чё ж ты не идешь спать в будку? Пойду к спайку зайду, жалко. А чё делать? А как Багира там спит? Нет, давай, там солома, там по кайфу, Бонита. Иди к себе. Вот так мы едем с сыночком, наш сынок. Мамаком. Хочешь стать дядей, да? Не, хочу быть папой. Ну правильно. Я даже жениться хочу, мне не по кайфу без жены жить. Ну женишься обязательно. Может мне это, может мне. Заходи, украсть мне вещи, поехали. Ну укради. Подумай, Начо, подумай, хорошо. Подумай, папа, как он. Еду сначала в Сочи, а потом в Абхазию. Правильно. За невестой. Бониту жалко, блин, такой прикольно, да, ребят? Хорошо, я собак покормлю. Давайте я к спайку зайду. Просто я там сделал бы Бонита. Хватит все крушить, знаешь. Хватит крушить сейчас. Не, Бонит, пойдем, Бонита, Бонита, не надо. Суету наводить, все отдыхают, уже покушали. Спать все тянет. Она так и, мне кажется, не пошла в будку. Нельзя спать. Нельзя. Только не балуйся. Ой, ой, а сейчас это сколько. Слышь, моя девочка. Все, не балуйся. Бонита, только не сожри ничего.